дорога немножко в сторону уходит. Яндекс так утверждает, что недалеко. А вообще, железная дорога вон туда. В сторону как раз платформы имени Барсученко. Ветра почти нет. Поле, русское поле. Мне кажется, оно ничем не засеяно только. Населенный пункт Ивашево, имени которого раньше станция называлась. По-моему, самое первое название. Или второе. Там было 75 километров или Ивашево. Вот это Ивашево. Почти дошли до платформы имени Барсученко. А электричка на Москву не скоро. Так что, наверное, сейчас надо будет решить, что дальше делать. Туда у нас Москва. Вот она, однопутка. На однопутке надо быть вдвойне осторожнее, потому что неизвестно вообще, откуда поедет. Это платформа имени Барсученко. Мне показалось даже, что где-то вдалеке я слышал гудок. А, да, вот что-то едет. Странно, в расписании вроде не было. Интересно, куда это? Это Савеловская, которая тут идет без остановок. Сейчас надо будет что-то решать. Моя через час на Москву, но зато через несколько минут приедет на Савелово. Интересно, можно что-нибудь такое изобрести сейчас. Я взял талон, чтобы поехать до Вербилок прокатиться. Параллельно тут вот обнаружил, что некий фестиваль воздушных шаров, что ли. Я проеду из Вербилок. Итак, я на платформе Вербилки, а это еще один поезд из Москвы, и он, видимо, вот, Большая Волга. Это сразу затем приехал, на котором я приехал. Здесь какая-то суета была, когда я подъезжал, все чуть-чуть подъезжали там в первый вагон, видимо, на куда-то, может, на автобусы на местные. Сложно, вопрос, не знаю. А еще неожиданная проверка была билетов, так что это очень удачно, что я взял талончик на этой Барсученко. Вот, моя электричка будет минут через 35-40 примерно. Две платформы. Наверное, мне вообще на ту надо идти даже, наверное. Не знаю. Сейчас я уточню. Три пути. Узловая станция. По талончику мне выписали билет. 54 рубля я заплатил. Тут только за наличный расчет. Так, напечатали даже там. На мини-принтере переносном. А вообще, моя электричка, по-моему, минут через 20 с копейками, и, наверное, надо с кассом сходить, билет купить. Терминалов тут нет. Талонного аппарата я тоже не вижу. Купил билетик до Москвы, 270 рублей. Ну, тут, конечно, по карточке. Уточнил платформу, как раз у тех вот контролеров барышин. А, и заметил, что иду вообще-то по путям. Надо было там идти. Да. Вообще это мой поезд на Бородино. Но он на 8 минут раньше. Странно. Может, он стоять будет.
Усадимся. Ну вот и ответ на вопрос, почему она приехала раньше и чего мы ждем. Мы ждали вот этого. Рекс мы ждали из Москвы или откуда-то. Ну, из Москвы. Путь-то только один. Здесь ветка однопутная. Через 3 минуты отправляемся. А Рекс уже отправился на Дубну. Следующее орудие. Когда сюда ехали от имени Барсученко, было Орудьево и сюда до Вербилок, я понял, что отрезок от Орудьево до Вербилок я бы не прошел. Ну, по крайней мере, там совсем нетривиально. Может быть, я только с одной стороны смотрел. Ну, по крайней мере, слева по ходу движения без вариантов. В плане продолжения именно пешеходного освоения вот этого отрезка надо будет, конечно, подумать, от какой точки дальше двигаться и как, и куда. Здесь же можно двинуться от Вербилок и через Талдом на Савелово, потом Дубну. Ну, сейчас мы возвращаемся назад, в Москву. Сейчас тоже можно посмотреть. На противоположной стороне я тоже смотрел, там то же самое. Тропинки нет. Бульдозера какие-то одинокие. В районе Орудьева и имени Барсученко воздушные шары. Какой-то фестиваль здесь, потом дальше еще будет. Савеловский вокзал. Электричка уехала. Давайте закругляться на сегодня. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк. Если кто еще не подписан, подписаться. И до новых встреч. Пока.